Кофе. Все время забываю. Все нормально. Ой-ой. Коврик задел. Ладно. Всем привет, с вами Storm Crash, и это ежедневное задание Genshin Impact или Женщин Impact. Как по традиции, еще 15 минут будем играть, так сказать. Ну, получается. Ежедневки надо выполнять, экспедиции. Так. Забираем наше добро. Кристаллы будем накапливать. Не так самый, так сказать, полезный ресурс. А, Чинью нежно поставил, да. Точно. Тут задание, что ли? Доставка еды. Пожалуйста, ресторан Хуров и Охотник, чем могу быть полезно? Заказ. Путешествовать не задать, как раз вовремя. Прости, наверное, ты проголодалась. В последнее время заказов становится все больше, я стараюсь прикреплять к ним метки и делить по районам. Но я потеряла метку от этого супа с морепродуктами и лилией Као-Кава. Я знаю только, что его заказал кто-то из Пингвейла. Местная почта России. Можешь доставить этот заказ адресату в Пингвейле? Хорошо, но... просто пришли поесть, умираем с голоду. Хорошо, но... Не волнуйтесь, когда вернетесь, вас будет ждать роскошный ужин. Я гарантирую это. Мы рассчитываем на тебя. Работаем за еду. Понятно. В смысле, какой старт? Какой еще старт? А карты пользоваться можно? Куда приезжать-то надо? Ладно, окей, ладно. Подлагиваюсь что-то. Ну, подлагивание мне не ясны. Ну, установил всяких программ. И компьютер работает не так корректно. Правда, я поудалял уже. А он в беде. Да какой Алан? Алан ждет, починит монстров. А посылку кто доставит? Я мастер этой местности. Чем могу помочь? Ничем. Ладно, пока. У меня доставка. А я буду тут какого-то Алана освобождать. Нельзя совершить это действие. А чё, кто-то еще есть? Уже нет. Ты спасал мне жизнь. Я не ожидал встретить здесь монстров. Спасибо вам, друзья. Возьмите это. А как же доставка? А куда доставлять-то? Где точка? Прингвей уже. Направо. Курьером работаем.
некогда с вами здравляться. Кто заканул? А вот. Так, держи. Где же прячется сокровище? Здравствуйте, еду заказывали? Как же долго, все сокровища разберут, пока я тебя тут жду. Как вкусно пахнет. Ладно, хорошая еда, это тоже сокровище, которое стоит подождать. Спасибо тебе, вот твои деньги. Хорошо, деньги дают. Не за бесплатно работаем. Это лучше, чем Почта России. Там тоже не за бесплатно, но там такие гроши хватит. Так, ну, телепортируемся. Это сюда нельзя телепортироваться. Так. Доставка еды. Так, ну добро пожаловать, да? Плата за еду. Мы вернулись. Ну давай доставить заказ. А, да, мы плату за еду-то отдаем. Вот плата за еду. Так, кто тут у нас? Да, все верно, спасибо. Запеканка с овощами, ветчиной и крабом для вас. Прямо из печи. Его пропуск. Не упустить ни одного приключения на просторах Тайвата. Витая бездна. Спуститесь в глубины Витой бездны, пытайтесь свои силы. О, 20-й ранг приключений, кстати, у нас. Идеальный снимок. Уровень мира 1. Макс ранг приключений 25. Это что такое? From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. Я не хотел это включать. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. Да, вы не видите текста из-за моей вебки. Queen of the Kingdom of Darkness. Ну ладно. But take heart. A second crowned heir. Только новый наследник будет отрасываться по тому пути, где оступился первый. Это история вашего путешествия, это ваша жемчужная песня. Окей, жемчужная песня. БП сокровище пристанище. Осталось времени событий 25 дней. После достижения 30 уровня жемчужного гимна вы сможете выбрать одно любое оружие из сундука боевого пропуска. А как это делать? Солнечная жемчужина. Меч 4 звезды. Одноручный. У меня есть одноручный меч. О, двуручный. 0 пойдет. Лук 4 звезды. Копье, что ли? Ну это для Сяо Мин, по-моему. Или Сяо Лин, как это там. Угу. И что тут надо делать? Купить лимит опыта этой недели. Ё-моё. 1793, 599 рублей. Боевой уровень, боевого пропуска. Понял вас. Как это все получать? Так, повышение уровня мира. Так, это пока не трогаем. Но это мы не добудем уж точно. Так. А награду дадут, нет?
Или не дадут? А, вон еще. Войдите в игру. Добудьте 10 минералов. Выполните 4 дневные поручения. Потратите 150 дней с первородной смолы. 150 дней смолы потратить? Это как? Как ее тратить-то? Так, мы поручение... А, мы выполнили только одно поручение, серьезно? И ты обязана. Все, он открывалось тут. Когда всем этим заниматься? Я не знаю. Так, это что такое? Электрогипостазис прорва. Так. Сейчас мы тут задержимся, конечно. Что нам надо ежедневки делать? Ну да, ежедневки нам тоже дадут. Бонус. Погоди. Карту мне нужна. Далеко. Лошадей у нас нет. За что я такой тихий? Потому что я записываю ночью. А другого времени просто нет. Я понимаю, что ночью спать надо, но... Я еще не... Так сказать, не... Не сформулировал свой режим дня. Правильно. Так, а вот и круг. Да, блин, я хотел не то делать. А у меня нету, да, возможности. Ладно, воду. А, кстати, уровень же у нас Ира другой уже. Интересно, за это больше награды дадут? Кто там заходит? Не надо мне. Мне не до этого сейчас. Угу. 20-й ранг приключений. Кто у нас там по друзьям? Самая синяя, так, Шэньцзю. Эти не добавились. Ага. Пять друзей у нас в Геншине. Или в женщине. Так, давайте сюда. Двуручник получить хороший. No escape. О, сейчас работает это. Yeah.
но уровень мира менять я как-то не буду. Но награды должны быть выше. Leave it all to me. Так. Go, go, Power Rangers. Гори, гори, ясно. А, все, да? Да ты зараз такая. I must leave no stone unturned. Wingblade! Так, еще надо вот сюда вот как-то. А нельзя телепортироваться к этому цветку? А мы тут через горы буревестник. I'll keep this close. Испытания я не буду проходить. Steady as stone. Опять враги. No one escapes by sight. Try not to enjoy this too much. Нормальный урон. You're in for a little shock. Come a little closer. Посмотрите на этот урон. Ну, я понимаю, что это для меня это нормальный урон. Да. Где? Так, давайте-ка электричеством. Так, еще враги. А, еще... А, испытание выполнено уже.
Какое испытание? Я испытание никакое не проходил. Да. Так, вот так вот. Пробиваем. Да хорош. Где ты? Ладно. I must leave no stone unturned. Да стоп тебе. А теперь поручение выполнено. Ага, за испытание нам дали сундук, который я... Или это не сундук, а цветок. Использовать первородную смолу. А сколько ее у меня, этой смолы? Так, испытание, ладно, не будем. Так, что там у нас? Выполнилось хоть что-то? Лимит опыта этой недели 270. Это мне за 25 дней надо сколько уровней опыта? Ух, 50. Ради одной молитвы? Странное событие. Ладно, возвращаемся в гильдию. Это не гильдия. Ладно, новое событие, так новое. Но оно выглядит халтурно, если честно. Награда поручений. Хроники хаоса такие события были. Хроника хаоса. Ага. Награда ранга приключений. Точно. О! Судьбоносная встреча, слабая смола. Окей. Так, у нас 20 уровень. Что тут у нас? Итак, у нас есть один. Но я не буду открывать, потому что это мало один. Чувный гимн. Но это покупать за реальные деньги. И мне это не интересно. Получить награды цветов рты и земли 3 раза. Что еще есть? Пройти одну супальницу глубин, создайте один предмет с помощью алхимии. Улучшите 6 артефактов 4 уровня. Так. Что еще подкачать? Учение поиска книги, это у нас ранг 26. Надо будет задание выполнять. Пока не до них. Так, что у нас? Почта. Охотница, изгой, искательница, помазанница, спасительница. У Эвы было много личностей. В ее родном мире, и ей благодаря ее генетике суждено было стать героиней, которая целит весь мир. Теперь она прибыла в новый мир, полный невиданных ранее вызовов. Снова сразу приступает к охоте. Награда впереди написана по платформе PlayStation Away. А, серьезно? Так я же не на PlayStation. Вы что-то попутали. Ничего себе, 5 звезд она. Ну...
мое отношение такое неоднозначное к данной франшизе. Я про Horizon. Ну вот его у нас появилась. Вот она. Она просто учница. Чем отличается от других учениц? Просто скин. Не знаю, я не считаю Элой таким эталонным персонажем. Она очень выбивается среди вот таких персонажей. Ну совсем выбивается. Слишком западный персонаж, даже учитывая, что его сделали как японского. Ну, дали так дали. Ладно. Что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, на YouTube, на Channel Good Game, и также в Facebook, Одноклассники. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся.